Всех с Днем Знаний, 1 сентября. Дети идут в школу, а взрослые учатся готовить вкусные вкусняшки. Значит, хочу поделиться рецептом очень интересным. Значит, это у нас в фольге замотанные синенькие. Значит, промываете, обрезаете хвостики, заматываете в фольгу, готовите вот так вот примерно минут 15 на углях. Они становятся мягкие. Потом ложите на тарелочку, прям в тарелочке разрезаете фольгу, то есть синенький напополам разрезаете. Значит, льете туда оливковое масло, ну, где-то чайную ложку на каждый синенький, либо ну, примерно такой с размером спичечный коробок сливочное масло, кусочек ложите. Оно все это дело расплавляется, нагревается, посыпаете специи, соль, и получается очень-очень-очень-очень вкусно. Так, это у нас помидорчики, тут все понятно. Запекаем на углях. Очень вкусное. Это мяско. Стейки. Так что сегодня у нас Ева Михайловна тоже праздник. Отмечаем День Знаний. Вот это вот у нас новое блюдо по новому рецепту. Поэтому мы вот так вот сегодня в таком формате отмечаем День Знаний. Важный момент. Синенькие помидорчики лучше всего готовить на, значит, не на углях, вот как вот, видите, угли тут, как бы оно жарится, такой не сильный дым, а вот именно на фруктовых таких вот дровах, которые не полностью сгорели. Вот, надеюсь, вам видно. То есть они тлеют, дают хорошую температуру и дают дымок. Вот посмотрите, видите, то есть оно готовится на дымку. Важный момент. Очень интересный привкус получается. Груша, яблоня, слива, в общем, что-то в этом роде. Черешня, вишня. Такие вот фруктовые деревья используйте. Как проверить готовность синеньких? Значит, берете такую перчатку соколиную, покупается в строительном супермаркете замшевая, 200 гривен пара. Значит, и проминаете. То есть, когда синенький еще не готов, он твердый. Те, которые готовые, они уже становятся такие ватные. То есть, это говорится о том, что они уже готовы. Как понять, что помидоры готовы? Значит, начинаете их проворачивать, и некоторые помидоры, видите, упал. Значит, вот некоторые помидоры не проворачиваются. То есть тут уже помидорчик перезрел. Сейчас мы аккуратненько возьмем его, положим в тарелочку. В общем, вы поняли, да? То есть, когда некоторые помидоры начинают не проворачиваться, то они уже готовы. Еще, кстати, важный момент. Когда вы готовите на дровах, дрова, когда прогорели, берете совочек, вот такой вот, такой вот совочек. Отдельно отделяете угли, отсыпаете их в сторону. А те дрова, которые не сгорели, отлаживаете в сторону и начинаете готовить. Потому что некоторые товарищи готовят таким образом, что они ждут, пока прогорят все дрова. И, как правило, углей потом не хватает. Поэтому как только наполовину дрова прогорели, там уже есть достаточное количество углей. Берем совочек, отделяем, формируем такую площадочку, такую платформочку совочком. Жарим мяско, а на непрогоревших дровах дожаривайте то, что нужно. Помидорчики, там, баклажанчики, синенькие, что угодно. В общем, такая вот стратегия. Так, получилась такая вот красота. Значит, в этой синеньке я добавил какое масло? Сливочное. Сливочное, а в это оливковое. Добавили просто сольки. И все. Ева Михайловна себе с оливковым маслом. Сделал. Ну, в общем, получилась такая вкуснятина. Не завидую тем, которые сейчас на работе, конечно, зарабатывают деньги. В общем, не завидую я им. Бросайте работу,
Бросать это гиблое дело. В общем, как говорят умные книги, если вы работаете целый день, вам некогда думать о больших деньгах. Поэтому думайте о больших деньгах и подписывайтесь на наш канал. У нас вкусно и очень интересно и познавательно. Всем пока!